сегодня мы решили узнать у жителей Магадана, знают ли они своего городского и областного депутата. Какие ответы прозвучали, мы сейчас узнаем. Нет, к сожалению, нет. Извините. Извините, девушка, я женщина несовременная, на выборы не хожу. А мы не местные, мы вообще тут никого не знаем. Честно сказать, знаю Тумашова. Вот его фамилию знаю. Все. По городу не знаю, потому что была в отпуске во время подведения итогов выборов, поэтому не знаю. А скажите, как вы оцениваете работу этого депутата? Того, которого я знаю? Хорошо. Мы, по крайней мере, в том микрорайоне, где я живу, чувствуется его присутствие и заинтересованность в нашей жизни. Депутата? Нет, к сожалению. Тумашов. Скажите, как по нашему району? Скажите, как вы оцениваете его работу? Ну, лучше было давно, сейчас уже никак. Ничего не происходит, ничего вообще. Раньше было как-то, ну, какие-то мероприятия бесплатно что-то раздавалось. Сейчас его не видно, не слышно, и район только хуже становится, никак не лучше. Знаете ли вы своего депутата по городского и областного по округу? Носов. Почему? Ну, хорошо, а что он делает особенного? Честно говоря, даже не знаю. Ну, просто политика, это все очень сложно. Нет, не знаю, я не отсюда. Нет. Нет? Нет? Ну, Носов. А скажите, что он хорошего сделал? Ну, вообще, хочу сказать честно, сегодня написала ему на страничку в Инстаграме, потому что он обещал сделать перерасчет, да, по ЖКХ. В итоге сделали на месяц, только на период этого голосования. После голосования все вернулось на круги своя. Ну да, знаю. Это как, ну, Сергей Носов, правильно? Нет? Нет. Да, нет. Хорошо, а скажите, пожалуйста, что он хорошего делает? То есть как вы оцениваете его работу? Ну, в принципе, за время то, что вот он у нас здесь присутствует, он много чего сделал, и, ну, как бы пока только положительные стороны наблюдаются, ну, с народом общается, делает какие-то вещи для народа, ну и вообще, как бы, видно, что через него работает правительство.